Обожаю такие мелкие рисунки, которые выписаны кисточкой. Посмотрите, какая красота. Дедушка прям талантливый. Вот и художник сам. Питоль, художник Матуальдо. А вот это знаменитый замок приватный, который находится на озере, в который нет входа. Так, мы пойдем прогуляемся вдоль. В итальянском городе, в каждом, даже не очень большом, есть либо монумент Джузеппе Гарибальди, либо улица. А вот в этом городе есть памятник, который вы видите впереди, и площадь. В силу того, что карнавал отменили, народ все равно пытается веселиться. Смотрите, какая красивая здесь фреска осталась на доме. Так, что тут у нас написано? У нас написано, что это старинная аптека 1949 года. А дом памяти Джероламо Новали, который жил в этом городе в 1813 и умер в 1888. А это площадь Гарибальди. Вот такой вот симпатичный центр города. Тут что-то было наподобие карнавала. Детки, еще смотрите, в карнавальных костюмах. Какое-то было с утра мероприятие. Красота. Так, ну мы сейчас дойдем до конца улицы и спустимся к озеру Изео. Итальянцы народ веселый. Им не важно. С масками, без масок. Они все равно веселятся. Насколько это возможно. Это конфетти. Ну, вон такая красная шапочка. Народ прилично стоит в очереди, чтобы зайти в магазин. Потому что не больше двух людей. Можно туда зайти. Вот так вот, народ. Жизнь продолжается. Продолжается. Какие другая тут. Вот так вот. Сплошная милота. Вот тоже какой-то художественный. И рынок. Или магазин. Молодец. Муж сделал мне сегодня классный подарок. Ты, я думаю, и себе. Потому что мы были на озере Изео. Но в этом городе не были никогда. Посмотрим. Красота. Я говорю, тут всегда красиво. Не, ну красота невозможная. На обратной стороне я подозреваю, что это может быть Сарнико, а может какой-нибудь другой городок.
который находится на озере. Так, зеленый перчик. Да красота! Да просто красота! Да просто красота! Боже мой! Еще и пальмы. Охренеть можно! Вон там Монте-Изело. Мы здесь были год назад, на 8 марта. Только вон в той стороне, где город находится, Ловере.